класс в Болгарский лицей Кумир. Даже покажем один праздник, связан с сирната неделя, восстановен болгарский праздник, който е преходен между зимните и пролетните празници. И най-интересният обичай от тая сирна неделя е прошка. Към дървената пръчка се връзва яйце, сирни или халва. Кирилл, разверни се, тъй като къде са децата. Да. Хайде, деца, кажи. Хайде. Хайде, там вы. Хайде, деца, да опитаме. Успя Елия. Мамо, аз успях. Браво, моето дете. Да се жив и здрав, а и всички в този дом. Решаш. За это благодарны мы. Твои обители проносятся столетия. И меряет одежда новый век. Пусть прикоснется к таинству бессмертия, влюбленный в слово каждый человек. Пусть детских лет до старости идет, за знаниями ваш мир библиотечный, приветливый, читающий народ. Так было и так будет вечно! Глаза библиотекаря струятся возвышенностью мысли и теплом, и этому не стоит удивляться, ведь ни один прочитанный нижний том. В ней красота его мотоди. Дни красота и ум соединились, как солнце луч с росой по утрам. Желаем, чтобы дальше вы трудились, неся добро и вдохновение нам. Как пролистать известные тома, чтобы научиться говорить красиво словами Бодева, Базова и Дюма, тем более в таком-то коллективе. Здесь каждый настоящий человек, и каждый мир собой удивляет. И вас, работники библиотеки Христоборти, сегодня от души мы поздравляем! Среди мира хаоса в тиши библиотек, не на работу вы идете, на служение. Пусть вам всегда сопутствует успех, пусть день за днем идут без сожаления. За выбор ваш на жизненном пути и за высокое призвание ваше хотим вам благодарность принести и пожелать, чтобы с каждым днем все краше. И все полнее ваша жизнь была. Успеха вам, здоровья и добра! И теперь, конечно, поздравим. Я всегда такой, ребята, на.